Служба 112-32, Красноярск, Девушка, вызывает. здравствуйте, это... Я с Железногорска звоню. Скажите, пожалуйста, это, ну, там, может, передайте мне, передайте там это. Завтра в 12 часов, завтра будет на рынке центральном бомба заложена, девушка. В 12 часов. Мы вчера звонили по телефону 02 и сообщили о преступлении. Да-да-да. Что именно сообщили? Позвонил, сказал, что на центральном рынке бомба. Где бомба, не понял? В центральном рынке. На центральном рынке. С какой целью это сделали? Я хотел паспорт сохранить и не нашел в итоге. Вот поэтому расстроился и... Что был, ну, в уголовном обвинении. Не подумал об этом. Цель какую преследовали? Да никакую я не преследовал цель. Что я не хотел этого, ну, совершить происшествие.